Hello everyone, my name is Алена Ермолина and I'm an expert in English teaching online. Здравствуйте, друзья! Зовут меня Алена Ермолина и я эксперт преподавания английского языка онлайн. Это третье видео из серии «Английский, не выходя из дома». Напомню вам, о чем я говорила в прошлых видео. В первом видео я говорила о том, как можно дома, самостоятельно, качественно улучшить свою разговорную речь. Во втором видео я рассказала о том, почему чем больше вы учите английский язык, тем больше вы в нем запутываете. Ну и в этом видео я раскрою вам три секрета, зная которые вы сможете быстрее и эффективнее изучать английский язык. Но для начала, как вы учите английский язык? Давайте посмотрим, задайте себе вопрос, как я учу английский язык, на что вы больше всего тратите в изучении языка. Безусловно, изучение слов и правил крайне важны, но когда вы делаете это каждый день, и ваша единственная цель в изучении английского языка – выучить 1000 слов и проштудировать весь учебник по грамматике, то вы совершаете большую ошибку. Если вы изучайте английский язык фоном, а потом с гордостью заявляете о том, что вы уже можете сказать пару предложений и понимаете 2-3 слова в звучащей речи, это, конечно, классно. Но поверьте, если бы вы делали это немножко по-другому, то ваши результаты были бы в разы лучше. Если вы занимаетесь английским языком время от времени, иногда, изредка, то вы тоже совершаете огромную ошибку. Все, что вы узнали, не успевает осесть в вашей голове, не успевает закрепиться. Знания уходят, стираются. И через некоторое время вы понимаете, что вы как будто и не учили английский язык до этого. А теперь внимание! Я подхожу к главной части нашего видео – три секрета, зная которые, вы сможете учить английский язык быстрее и эффективнее. Готовы? Секрет номер один – регулярность. Представьте себе, если вы будете учить английский язык регулярно, регулярно, что значит регулярно? Значит, на протяжении какого-то времени, через определенные промежутки времени вы уделяете свое время изучению английского языка. Вы можете учить английский язык 2-3 раза в неделю, но делать это важно регулярно на протяжении какого-то времени. И если вы будете это делать, то результат неизбежен. Секрет номер два. Многократность. Если вы каждый день будете учить что-то новое в английском языке, каждый день что-то новое, и вы совершенно не будете возвращаться к тому, что вы изучили, эти знания будут от вас уходить. Все, что вы выучили в английском языке, необходимо многократно повторить. Что это значит? А это значит, если вы выучили несколько дней назад какое-то новое правило, это не значит, что сегодня вы должны изучать следующее новое правило. Нет, старое правило еще не успело закрепиться в вашей голове. Вы всего лишь узнали это правило. Превратите свое знание в умение. Потратьте на свое новое знание время. И это неизбежно приведет вас к результату. Ну что ж, секрет номер три – это осознанность. Подходите к изучению английского языка осознанно. Каждый раз, приступая к своим занятиям, сверяйте то, что вы делаете в английском языке, со своей целью. Когда мне говорят о том, что я слушаю английский язык, это полезно для произношения. Да. А вот лично я думала, что полезно для произношения тренировать это произношение. То есть встать перед зеркалом, правильно произнести звук, посмотреть, правильно ли расположен язык, губы,
правильно ли открыть рот, на нужной ли ширине и так далее. Я думаю, что вот это тренировка правильного произношения. Но некоторые люди считают, что просто слушать вполне достаточно. И таким образом у них как-то само там все наладится, произношение настроится. И согласитесь, когда вы включаете, предположим, ну, радио, да, вот раньше вот эти радио были, где нужно было подкручивать и ловить волну, да, что вы делаете, чтобы звук был нормальный? Вы крутите, подходите, прилагаете усилия. Почему же в английском языке вы не хотите этого сделать? Почему вы не хотите настроить свой речевой аппарат на правильное произнесение английских звуков? Недостаточно просто безосознанно подходить к изучению языка. То же самое с грамматикой с этой же. Недостаточно просто прочитать правила. Недостаточно выполнить упражнение. Осознайте то, что вы должны пропустить через себя эти правила. Только тогда можно говорить о том, что то, что вы изучаете, не лежит в вашей голове мертвым ненужным грузом. Только тогда можно сказать, что эти знания действительно приносят вам пользу. Так, давайте повторю. Первый секрет. Занимайтесь регулярно. Второй секрет. Повторяйте то, что вы изучаете, многократно. И третий секрет. Подходите к изучению языка осознанно. Включите себя. Будьте на 100% в том, что вы делаете. Соблюдайте эти три простых правила, и у вас все-все обязательно получится. Скоро я подготовлю для вас еще одно видео, четвертое, завершающее. Следите за моей рассылкой, за моими письмами, за моими постами в социальных сетях. До скорой встречи, всем пока!